Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вестей рискованно. Наемники — буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело. Не тяните. Если Орлан заплатит раньше, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять Миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Считаете, ей можно верить? Она же наемница. Поможет тем, кто раньше заплатит. Так, парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для Миры должно быть довольно просто. Что за спешка? Готов. Что стряслось? Пристройка завершена. Пристройка завершена. Ура! Сверхурочные! ТСМ готов. ТСМ готов. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Чего нужно? ТСМ готов! Приказы будут! Что теперь задумал? Да. Ну чё там, сэр? ТСМ готов. Что теперь задумал? Чего нужно? ТСМ готов. Да. Высылайте подмогу!
сэр. Есть работенка. Как скажешь. Требуются дополнительные хранилища. Выкладывай. Ага. Да, да. Требуются дополнительные хранилища. Кого подлатать? Задумал. Легко. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Какие будут указания? Кому навешать? Клеров на связи. Давай, удиви меня. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано.
на марше! Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Полный вперед! Смерть на пороге! Есть! Да, да. Сколько можно сидеть без дела? Есть работенка. Положись на меня. Хочу. Конечно. Недостаточно минералов. Выкладывай. Смерть на пороге. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Да, сэр! Покатили! Танк на марше! Давай, удиви меня! Приказ получен! Что стряслось? Улучшение завершено. Полный вперед! Есть, выполняю! Так точно! Как скажешь! Вас понял! Понятно! Жду не дождусь! Отлично! Прочь с дороги! Окей! Еще бы! Конечно! Точняк! Смерть на пороге! Леос на связи! Я отправил тебе подарочек! Превосходно!
связи. Доктора вызывали? Ладно, ладно, стой уж. Забирай своего адъютанта. Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, Орлок. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя... Парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для мира должно быть довольно просто. Недостаточно минералов. Приказы будут! Режим готов! Пристройка завершена. Пристройка завершена. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми. Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Да, еду. Что теперь задумал? Дорога зовет. Чего нужно? Ну чё там, сэр? Кого подлатать? Есть? Готов.
будет сделано. Клеров на связи. ТСМ готов. Честь. Смерть на пороге. ТСМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Выкладывай. Недостаточно минералов. Клеров на связи. Требуются дополнительные хранилища. Месторождение минералов выработано. Кому перерезать глотку? Вооружен и опасен! Слушаю! Непременно! Что происходит? Угу! ТСМ готов! Сейчас рванет! Требуются дополнительные хранилища. Клеров на связи. Связь на... Доктора вызывали? Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен! Задавим их интеллектом! Приказ получен! Приказы будут? Месторождение минералов выработано. Гомор! Я уже заждался. Кого подлатать? Заставим их. Кому навешать? А? Чего пугаешь? Кто на новенького? Приказы будут? Здесь, сэр. Как скажешь. Так точно, сэр. Круто! Конечно! Будет сделано! Еще бы!
Окей. Клев на связи. Точнее. Жду не дождусь. Приказ получен! Конечно! Так точно! База атакована. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Круто! Окей! Бою! Вас понял! Прочь с дороги! Месторождение минералов выработано. Будет сделано! Есть, сэр! Может, поможешь мне? Конечно! Выполняю! Атакована. Приказы будут? Точнее! Что за спешка? Отлично! Понятно! Круто! Опасен. Так точно. Это. Конечно. Окей. Клев на связи. Давно бы так. Кого навешать? Приказ получен. Вас понял! Так точно, да? Еще бы! Все понятно! Будет сделано! Почему бы и нет? Давай, удиви меня! А? Да! Клев на связи! Я уже заждался. Превосходно. Жду не дождусь. Отлично. Требуются дополнительные хранилища. Прочь с дороги. Выполняю. Точнее. База атакована. Требуется помощь. Требуется дополнительное хранилище. Что за спешка? Окей. База атакована. Ты
Так точно, сэр! Высылайте подмогу! Еще бы! Бегом, Ор! Все понятно. База атакована. Требуется дополнительный проверка. Клеров на связи. Есть, сэр. Есть. Здесь нельзя строить. Выполняю! Разоспешка! Точняк! Окей! Я отправил тебе подарочек! Клеров на связи! Я уже заждался. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Жду не дождусь. Клеров на связи. Есть работенка. За твой счет. Кто такое? Тактические данные получены. Танк на марше! Прочь дороги! Задавим их интеллектом! Еще бы! Я воронку делать будем! Бегом, Ор! Кому навешать? Точнее! Так точно! Это... Полный вперед! Требуется помощь. Давай, удиви меня! Игра получится! Конечно! Что за спешка? Бегом! Выполняю! Требуется помощь. Давай, удиви меня! Танк на марше! Я уже заждался. Выкладывай. Сейчас мне будет больно. Приказы будут? Вооружен и опасен. Приказ получен. Разоспешка!
требуется помощь. Ну, не достану! Пригодится твоя помощь. А теперь давайте отвезем адъютанта на Гиперион и поговорим с ним по душам. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь с Тарсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск, Арктур. Бывший офицер Конфедерации. Гражданский геолог-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто! Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Не знаю. Даже не верится. Запись все доказывает. Менгск, Тарсонис, все, что случилось. Что вы будете теперь делать? Расскажу людям. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок Доминиона должен узнать, на что способен их любимый император. Резонанс будет чудовищный. Всюду поднимутся восстания и бунты. Но ведь именно этого вы и добивались, да? Это только начало. С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийство даже в мирное время, а уж в наших условиях и подавно. Полегче, Свон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую?
Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, Свон. Таких не любят. Наемники, те еще жулики. Не то. Как оно, друг? Точно по курсу. Сейчас не моя смена, сэр. По стаканчику, сэр. Надо бы его снять. Как обычно. Император, многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях, но фактически произошло следующее. Зерги наводнили планету, и никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство Конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да, я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над «и». Далее в программе. Аллергия зерглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества. Джимми, а что у вас за история с Менгском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не взорвался и не натравил на планету зергов. Терриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже конфедератов. Да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Давай-ка обсудим дела. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Если позвонит Мира Хан, я... В общем, я занят.
Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на территории. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное.